что я полезного, что я хорошего сделал на этом свете, всему имеет прямое отношение именно наш родной, дорогой университет. С трепетным теплом и неподдельной искренностью вспоминает свои студенческие годы выпускник Казанского университета и известный татарский писатель Ринат Мухамадеев, который посетил Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В рамках визита состоялась презентация его нового художественно-документального романа «Непроглядная метель», сюжет которого ярко отражает судьбу взаимоотношений татарского и турецкого народов. Столько войн было, столько нерешенных проблем было и есть, но тем не менее мы очень близки, и нас просто раскидать или забыть эти взаимоотношения в сегодняшних условиях невозможно.